Вот это да, ребят, чисто 90 лупит. Вот так вот ходишь, ходишь, ходишь. И вот здесь вот, вот такое вот сигналище. Час, наверное, целый сейчас ходили. Вообще сигналы иссякали. Так, прям на пригорке на каком-то. Непонятно. Неудобно. Неудобненько. Опа. Стоять. Потом тебя ловить там. Ага, вывалили что-то. Что-то, ребят, мы вывалили. Ну, сигнал так и держит, кстати, 90. Вот он. Ну, по сигналу было понятно, что сейчас будет, скорее всего, монета крупная. Вот он. Смотрите. О, что-то в каких-то наростах жутких. Да, ребят, нарост. Не пойму, я прямо чувствую, вон, видите, вон, куски какие-то нароста. Сейчас будем пробовать чуть отскоблить хоть. Что это такое? На пятак на Катин не похоже. Ну, не то, что не похоже, это не он. Ну вот, ребят, все-таки не сдержался я. От любопытства-то у меня разыгралось. Чуть подотчистил, так вот получше видно. А, видите, да, кольцевик. Здесь немножко тоже подотчистил. Год 1800 какой-то, к сожалению, пока не вижу. Но это, ребят, 2 копейки. Это 2 копейки кольцевик. И это шедевр. Вот как-то так. Вот она. Слов нет, короче, все, ребят, нафиг. Целая. Ой, чуть не уронил. Целая пуговичка попалась. Сейчас мы ее чуть оттеребоним. О, ребят. Она с этим. Корона Российской империи. Ха. Приколюха. И ушко целое. О. Корона такая большая. Прям за всю пуговицу. Давно таких не находил. Неудобно. Тут, ребята, вообще капец как неудобно. Опа. О. Что-то тут где-то. Не хочет копаться. Земля. Опа. О, я ее уже вижу. Только хотел пин доставать. О, ребят, сегодня с находками сегодня туго. Второй день и вот так вот туго в этом месте. Но зато вот такие вот редкие, но сигналы радуют. Кто у нас тут? 1908 год. Николай II. О, ну приятненькая монитосинка все равно. Да, 1903 год. Фу. Все, полезу повыше теперь. Там пошарю. Маленький такой. Но целый. Кресточек.
Да. И радуешься таким находкам, когда уже часа 4 лазишь, а находок нет, нет и нет. Все. Радуешься даже рядовому крестику. Хотя я всегда им радуюсь, этим крестиком. Зачетненько.